Всем привет, с вами Иннокентий. Сегодня появилась новая новость от Мэтью Скотта с посланием. Здравствуйте, сообщество APB. Это пятый день, и я хочу поблагодарить вас за проявленную поддержку и энтузиазм. Пожалуйста, знайте, что мы читаем и изучаем все, что вы пишете. Я еще не готов поделиться с вами новыми правилами, но движемся в этом направлении. Мы сказали, что грядут изменения, и они начинаются сегодня. Во-первых, Kix больше не комьюнити-менеджер Gamers First, не менеджер пользовательской поддержки и не продюсер. Она решила перейти в отдел советчиков-помощников. Она будет помогать сотрудникам Little Orbit быстрее осваиваться со всеми инструментами и системами, на которых работают Gamers First, IPB Reloaded и Fallen Error. Я лично хочу поблагодарить ее за годы сложной работы. Были времена, когда она, как женщина-оркестр, сама управляла этим отделами. У Kix есть выделенный набор ГМов. Они останутся помогать пользователям в игре и отвечать на тикеты в поддержке. В течение нескольких недель мы добавим еще ГМов. Я не хочу сталкивать наших новых сотрудников со старыми проблемами. Я уже говорил, что мы анонсируем новый набор правил, включая правила форума, нормы поведения, условия использования, политику конфиденциальности. Они будут написаны простым языком, чтобы игрокам было легче разобраться в них. Наша цель — создать безопасное место для людей, чтобы они могли получать удовольствие от игры. И я не хочу, чтобы игроки четко понимали, почему к ним была применена та или иная форма наказания. Я хочу предоставить вам нового комьюнити-менеджера, Lixil. Это наш КМ из Little Orbit. Некоторые из вас уже заметили, что она заходила на форум. Она возьмет на себя социальные сети, форум модераторов, ГМов и программу волонтеров. В пятницу 25 мая мы запустим новую версию форума. Команда прямо сейчас тщательно тестирует обновленный форум. Как я говорил в своем открытом письме, мы не будем удалять старые сообщения. Мы просто перенесем их на другой адрес. При желании игроки смогут перенести старую тему на новый форум. Во-вторых, Силали, менеджер пользовательской поддержки в Little Orbit, займет эту же должность и в Gamers First. Он будет управлять саппортом вместе с его командой. В пятницу 25-го мы предоставим абсолютно новый сайт пользовательской поддержки с новой базой знаний и возможностью отслеживать статус своих тикетов. Наконец, я хочу сказать, что я слежу за бесконечной темой с вопросами Мэтту на форуме. И я их не игнорирую. Просто будучи директором Little Orbit, у меня есть еще пара задач, которые отнимают все мое время, но я все еще планирую неторопливо отвечать на заданные вопросы по мере возможностей. И я с нетерпением жду, когда смогу поделиться с вами новой информацией. И конечно, спасибо за ваше терпение и поддержку. С уважением, Мэтью Скотт. Вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за просмотр, удачки и пока!